Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, мы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть игру Skyblock. Так, смотри, что у меня есть. У меня есть Ender жемчуг, поэтому мы идем и этот Ender жемчуг устанавливаем в наш... Постой. Так, а мне нужно здесь как-то заделать это все дело, потому что я могу упасть. Так, у меня также есть пюсик. Так, я его приручил, теперь он мой хороший друг, должен будет спасать. Так, где-то я видел ножницы. А, ножницы я могу сам сделать, в принципе. Ладно, сейчас я быстренько сделаю ножницы. И мы добудем немножечко себе вот этой штуки. Листвы. И с помощью листвы это мой будет хороший строительный материал. Его здесь много, и он быстро очень, получается, собирается. Так, а ну-ка, давайте сейчас соберем. Так, что печек, мой дружище? Гавкаешь. Так. Давай, я немножко сейчас сюда залезу. Его сейчас соберем. И, в принципе, мы его будем использовать как строительный материал. Так, ну, в принципе, мне достаточно, да? Так, все, я иду. Так, и здесь я сейчас делаю вот так. О, отлично. Так, хорошо. И идем устанавливать эндер жемчуг. Так, сюда. Хоп, хоп. Так, у нас их два. Так, устанавливаем. Опля, в смысле, алло, эндержемчуг, это не то совершенно нужно. Ока, эндера делать. Подожди. Я знаю, одна фигня телепортирует, другая ставится. Так, значит, подожди, ока эндера. Вот, ока эндера, понятно. А вот это, эндержемчуг, блин, а как его превратить в ока? Так, ладно, я это посмотрю, изучу. Так, здесь... Немножечко сделаем вот так вот. Опа. Так, немножко обезопасим себя. И увеличим здесь проходик. Значит, что ж, будем ждать, когда стемнеет. И появится эндермен. И мы его быстренько замудохаем и заберем еще глазки. К сожалению, конечно, я думал, что око эндера это одно, а жемчуг другое. Ладно, ничего страшного. Ой, всю эту штуку расходовал. Ладно, так, поднимаемся наверх. Тут у нас тоже есть было дерево. Мы его тоже сейчас соберем быстренько. Так, вот эта канитель вообще не растет. Я не знаю, сколько уже я играю на этой карте. Оно очень медленно растет. Так, давай, знаешь, как поступим. Вот так вот, хоп. Поднимемся сюда и здесь соберем. Вот. Так. О, улетело все нафиг, офигеть. Ладно, что улетело, то улетело. Ничего страшного. Сколько у нас? 39, да? Так, ладненько. Так, пёсик у меня сам всегда будет бегать, это мой друг. Привет, дружище, как у тебя дела? Ты косточку хочешь? Подожди, скоро наступит ночь, и тогда мы будем охотиться на эндерменов. Так, тут я еще тоже соберу эту листву сверху. Так. Так, сейчас мы поднимемся сюда немножечко. И сейчас соберем листву. Так. Все хорошо. Собираем. И, в принципе, здесь можно немножечко расшириться. Угу. Чтобы ничего не упало у нас. Так. Ладно, сейчас будем ночь ждать.
Будем эндерменов искать. Так. Вот такой по периметру сделаем так красиво. Угу. Так. Так, сейчас подожди секундочку, сейчас здесь поставим. Вот, красотень, красотень. Так, и косточки нам нужны. Мы возьмем костяную муку. И попробуем вырастить наше дерево. О, отлично, отлично. Так, собираем дальше. Вот эту канитель. А, подожди, а у нас же этого нету, да? Ростка больше. Да? Мне нужен росток. Поэтому нужно аккуратненько сейчас здесь уберем. И будем надеяться, что появится росточек у нас. Да. Топор есть у нас? Угу. Так. Выпадет, нет? Если не выпадет, это печаль. Ничего не выпадает, да? Так, у нас-то... А как, в смысле, ничего не выпало, а? Как мы будем выращивать? А, нету ничего, представляешь? Ничего не выпало. А, ну у нас вон еще деревья есть. Фух, хорошо. Сейчас возьмем древесинку. Так. Древесинка нам понадобится. Так. Древесинку сейчас мы сюда положим. Подожди, я хочу зазнать, что? Немножечко вот так вот. Вырыть. О, нет, 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 нет. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас надо будет это все закрыть. Пёска, ты что стоишь здесь? Тебя могло конкретно сейчас обжечь. Это бумер. Я же не справлюсь с такой утратой. Так, ладно. Здесь положим так вот. Эх, так, а ну-ка, подожди, там ничего интересного не было. Давай я тут расширим немножечко проходик. Во. Так. Ты уже по травке побежал, да? Молодец. Так, я сейчас немножечко здесь расширю. Все. Так. Так. Так, все, по-моему, здесь осень, ну. Так. О, так, хорошо. Уже тропиночки побольше стало. Так, ну и здесь немножечко тоже решили все. Так. Скоро наступит ночь, и мне надо будет, когда этот эндермен появится, надо будет мне с ним повоевать немножечко. Так. Надо будет мне у него кое-что взять. Так, пёска, ты здесь не стой. Так. Ой, что-то я... Ладно, пусть будет. Так, ты ж там стояла. Ты ж как здесь появилась. Так, пёсочка моя. Ну ты не упади. Так, кончилось. Ну, у нас ещё не нравится. Немножко ещё здесь добью земли. Так, ну и здесь я тоже так сделаю. Сейчас кое-что. Так, земля кончилась. Ну, у меня есть этот дубовый доски ещё. Так. Так. Так, и здесь я хочу немножечко вот так, знаешь, что сделать? Вот так вот загородить. То бишь, чтобы никто не падал здесь, когда мы будем драться, сражаться. Так, вот так вот. О, отлично. Здесь, в принципе, нам достаточно места. Так, ну все, сейчас наступает ночь. Поэтому мы ждем. Ага, все, ночь наступила. Так, мы ждем, когда появятся, значит, у нас друзья наши. Так, лука у меня нет. А хотя, в принципе, я могу сделать лук. У меня 4 стрелы есть. Хорошо. Так, лук делается у нас. Так, чтобы я вспомнил сейчас лук. Как-то так или не так. Надо будет вспомнить. Mm-hmm.
Как он там строился, этот лук? Не помню, что тут строится. Ладно. Потом я посмотрю. Так, ну что, у нас андермена нету? Криперы эти, зачем они нужны? Так, ну смотри, у нас паучки еще есть. Сейчас мы паучков сюда позовем. Опа. Пошел, пошел паучок. Так, все, я сейчас встану сюда, чтобы не упасть. О, молодец, песик мне помогает. Ты смотри, главное, не упади, ты что так стоишь? Мне за тебя страшно. Ох ты, гад. На, иди туда, в бездну. Все. Паучок. Есть. Так, крипер. Так, с крипером, конечно, я драться не буду. Убегаем. С крипером драться я не буду. Где же эндермен? Мне нужен эндермен. Так, тут нет эндермена. Тут одни криперы. Да, давай, эти криперы мочи. Просто иди давай. Угу. О-о-о-о-о-о. Хорошо, что я не услышал взрыв. Потому что если будет взрыв, то пёска наша погибнет. Но пёски вообще пофигу. Ты иди этого мочи. Так, вообще какая-то проблема. Слушай, алё, кто там взорвался? Ё-моё. Да иди ты это, ты что здесь делаешь? Пёс, давай, давай его, грызи. Чего не грызешь там моих противников? Так, вообще, получается у меня одно сердечко. Так, знаешь, как поступим? Эндермена нету, да? Так, ай, ты мне мешаешь, гад, ты что сделал? Ё-моё, все. Возрождаемся. И никого. Такие. А пёска, где моя пёска? Вот она. Иди-ка, иди сюда. Так, давай этот, ты мне будешь здесь сидеть. О, все, сиди здесь. Опасно ночью бегать. Эндермена нет? Тяжко, плохо. Так, зомбаки. Опа, ой-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 ой. Так, подожди, гад. На, раз, два. Нет, не иди туда. Не иди! Упал. Гаденыш, а мне нужен был этот самый, мне нужен был эти самые косточки его. А он, гаденыш, упал. Ладно. Знаешь, как мы что поступим? Мы отсюда сейчас уйдем. И мы сейчас посмотрим здесь, что творится. На этой территории. На этой территории очень много скелетов. Скелетиков много, а они мне нужны. Косточки. А я лягу спать. И пособираю косточки. Так, быстренько сейчас. Угу. Раз, два, три, четыре, пять. Все, я проснулся. О. Так, и все, иду. Сейчас скоро собирать буду интересную лут. Так, иди, иди отсюда. Так, скелет где? Сейчас он умрет. Иди. Только не упади, смотри. Так, о, есть. Так, это что такое? Стрела? Мне стрела особо не нужна, ладно. Спасибо. Так, вот здесь косточки есть, смотри. Да не надо! Да не надо взрывать! Так гады, а! Криперы, блин, а! Ну, падай. Падай вниз. Да вот как они меня достали, да? Да ты чё? В смысле, алё, он меня всё подорвал там. О, криперы, как вы меня достали, а! Всё взорвал, смотри. Гад, а! Опа, фу, как я допрыгнул еще. Интересно. Так. Вы мне сломали тут все. Так. Стой. Есть. Убил тебя. Не идёшь. Так, на тебя тоже получай. И лети в пропасть. Так. Мне нужно, знаешь, что сделать? Так, у меня есть немножко вот этой штуки. Сейчас я сделаю тропинку. И там скелет стоит. Вот он мне нужен. Так.
Здесь немножечко сделаю. Так, яма здесь вообще большая. Так, ну, сейчас я немножечко здесь посмотрю, что здесь осталось у меня. А где же здесь скелет был? А куда скелет делся? Непонятно. Так. Там у нас тоже ничего особо нет интересного. Эх. Так, а здесь тоже ничего. Он даже жемчуг. Ну, пусть лежит пока, ладно. Я еще не придумал, как я его буду использовать. Так. Быстренько сейчас сюда придем, посмотрим, что здесь у нас происходит. Так, тут ничего интересного. Эх, этот крипер все взорвал мне. Эндермена не было сегодня. Ладно. Так, ну у нас есть дерево. Дерево мы сейчас, в принципе, вырастим. У меня есть немножечко еще вот этой штуки. Давай. Опа, есть, выросло. Так, больше у меня этого нету какого. Косточек. Так. Сейчас немножечко соберем вот эту канитель. Так, и я хотел бы немножко здесь подстроить таким образом, чтобы... А мы сейчас со ступенек возьмем. Чтобы у нас ничего не упало в пропасти. Так, хорошо. Какой-то у нас заколдованный, я бы сказал, был остров, потому что тут ничего не растет. Очень странно. И ничего не выпадывает, я имею в виду. А почему у нас малый... А, ух ты, есть. Есть один отросточек. Хорошо. Так, второй может появиться. Хотя навряд ли, ладно. Мне больше нужно вот такой материал собрать. Так, и, естественно, мы дерево возьмем. Соберем. Ага. Есть материал, хорошо. Так, что у нас больше костей нету, да? Костей? Нет, нету. Ладно. Так, а где подожди? А почему шляпа нету? Сюда идет шляпа. Ладно, штанишки заменим. Так, ладно. Спускаемся вниз. И сейчас мы дерево посадим сюда по центру. Так, где вот у нас получается. Даже знаешь, что я еще сделаю сюда дерево сейчас, чтобы посерединке здесь. Так. Опа. Так, там уже пропасть. Ладно, сейчас мы что-то придумаем. Так, подожди, не гавкай, не кричи. Так. Раз. Здесь вот так вот. Два. И здесь посередине мы сейчас... Ну, земля есть такой? Угу. Земли нету, но сейчас будут, скажи, да? Нету почему-то. Даже пёска не кричит. Так, ну и здесь я посередине сейчас сделаю. Для дерева, чтобы просто... Так, земля. Вот она у нас. Так. И посадим сюда дерево. Так, ну все. Так, у нас... Косточек больше нету, нет. Ну, знаешь, надо ждать еще раз ночь. И скелетиков наших. О, нет. А нет, смотри, вода стоит. Ладно. Так. Ах, продуктивный сегодня день, конечно. Ничего мы тут не споймали. Так, это я хочу убрать отсюда. Вот эти таблички, они мне здесь не нужны. Вот это же. Пыц. Пыц. Хватит. Ладно, ну что ж, дорогие друзья, будем ждать следующую серию. И ждать ночь, чтобы эндермена снимать. Ну, а пока всем пока. Пока-пока.